вот часть дороги уже сделали, и вот доделали, вот уже совсем немножечко осталось. Обязательно, как я говорила, уже стоит полицейская машина, чтобы, не дай бог, мы не сбили никого из сотрудников на дороге. Все, дорожка с двух сторон уже выложена. Вот там впереди опять мелькают полицейские сигналы. Какие молодцы, господи, ну какие же молодцы. И сразу красят, и сразу наносят разметку, сразу. Потом они будут эту разметку уже как бы выукрашивать. Это так, временная как бы разметка. Так вот работают дорожные службы. God bless America. Вот асфальтоукладчик. Мальчишки отдыхают. Ну, конечно, работать летом по такой жарюке, конечно, достаточно сложно, я думаю. Асфальт горячий. Вот остался кусочек заасфальтировать и все. И дорожка у нас совершенно новая. Вот так вот. Until they can, until they can, their asylum claims can be heard, and then you have Democrats on the other side not only not backing you up, when you think there's a submarine. Вот ремонт дороги идет, обязательно полицейские машины стоят сигнальными с этими с переливалками, с тем, чтобы не дай бог никого из водителей из водителей, господи. Из рабочих, чтобы никого не сбить, не повредить никому. Слово, значит, медленно. Сколько полицейских машин задействовано, опять же, с одной только причиной, по одной причине, чтобы, не дай бог, никто из рабочих не пострадал. Дорога была почти шикарная. Вон, там еще кусочек старой дороги виден, вон он серенький. И вот уже готово новое покрытие. President Trump will announce later today that he's taking executive action to get that citizenship question back on the 2020 census. He tweets this morning that after today's social media summit at the White House, he'll speak from the Rose Garden about the census and citizenship. We told you that was a census. Это переписка населения. Перепись населения. Census. В 2020 году будет. Перепись населения. И там все дороги перекрыты, она не работает, покрывают. Вот они, солнечные батареи на крышах. Sticky fingers. Стики, это как сказать, стики. Куда прилипают, sticky fingers.
просто кто тырит деньги. Alright, now you tell me what you would do. 9:32 at News 96.5 WDBO. So you've been thinking about stepping out and buying your first home. You've probably even done the math. You could handle the monthly payments. It's just that big down payment that's holding you back. That's where NASA Federal can help. The NASA Federal Launch Pad Home Loan was built for people just like you. There's no down payment and no monthly private mortgage insurance. For people just like you. Zero down and zero PMI. And you don't have to work for NASA to get one. Just need to call 855-3222-NASA. Just like you. Visit nasa.utah.com/322. That's 855-322-NASA.